Гарантийный ремонт дорог – первая строчка в списке благоустройства уличной сети. Режим переклички сегодня, наверное, самый действенный формат работы с теми, кто обещал, но пока не сделал. Городской водоканал по понятным причинам гарантийных ордеров набрал больше остальных. Ремонт водопроводов – штука не менее важная, чем дороги, вот только возвращать асфальт в первоначальный вид удается не всегда. За это предприятие немного пожурили. Можно предлагать другие решения. В частности, если мы заделаем дорогу программе ВКД за счет течения гарантийного периода, допустим, 5 лет, к этой дороге никто, кроме подрядчика, выполнявшего работы, подойти не может. Все работы должен выполнять тот подрядчик, который делал дорогу. Мы хотя бы тогда сможем спросить, а сейчас я вас спрашиваю. У Гургаза и электросетей ситуация лучше, но и здесь есть элементы безответственности. Подрядчики подводят, заказчики краснеют на рабочей группе, а по закону заставить их отработать может только суд. Принимается замечание. По трем ординарным ордерам у нас претензии и судебные перспективы три подрядные организации. Вираж района Грибоедова, Электролом, у меня здесь нет улицы, дополнительно сообщу. И техногрупп в районе нашей первой тепломагистрали. Судебные перспективы теперь на горизонте всех подрядчиков, вовремя не закрывших гарантийные ордера. Таких в Рязани хватает. Общественный контроль и вывод их недоделок в публичную плоскость станет явным ударом по репутации. Этим власти сейчас и займутся. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».